Всем привет! Сегодня буду запекать голени индейки в духовке. Я думаю, такое блюдо достойно праздничного стола. Голень нужно хорошо промыть, убрать лишние пленки и обсушить бумажными полотенцами. Чеснок нужно нарезать на пластинки, в голенях сделать надрезы и поместить туда пластинки чеснока. Сделать это нужно с каждой стороны. А также пластинами чеснока можно нашпиговать мясо со стороны среза голени, вокруг косточки. Натираю голень солью с каждой стороны. Теперь подготавливаю маринад. Добавляю красный перец, паприку, сухой чеснок и сливочное масло. И хорошо все перемешиваю. Натираю голень маринадом со специями и оставляю примерно на 1-2 часа. Постепенно масло начнет застывать и маринад плотно облепит голень. Голень я сразу перекладываю на противень, накрываю фольгой и оставляю мариноваться. И спустя время отправляю в духовку 180-190 градусов примерно 1 час. Все зависит от вашей духовки. Готовый голень переложите на блюдо, подайте с каким-нибудь гарниром. Я подавала с красным картофелем. Готовая голень выглядит вот так вот внутри. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Напишите в комментариях, будете ли вы готовить и понравился ли вам рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Всем приятного аппетита и до новых видео!